почти приехали. Открыть ворота! Пропустите! Мэл, что? Твоя спина. Сожми как можно сильнее, понял? Охренеть. Я даже не почувствовала. Эй, у нас двое. У него пулевое ранение в руку. Мэл, ты держалась молодцом. Почти что комплимент. Иди в лазарет. Элис, стой. Пойдем, нам сюда. Сидеть. Многовато крови, да? Зря мы ее взяли. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Тут. Давай, девочка. Это Элис. Пойдем, Элис. Умница. Спасибо. Ух уж эти новобранцы. Я им не доверяю. Еще раз спасибо. Эй, Мэнни, погоди. Вы, ребята, не в курсе, что происходит? О чем? Мы тут уже третий день, и до сих пор никаких приказов. Тогда вы должны быть нам благодарны за развлечение. С вас причитается. Можешь узнать, в чем дело. Ладно. Только сначала отметимся. Потом договорим. Ладно, спасибо. Пока, Эбби. Пока. Это вот к чему вообще? Без понятия. Мы отметиться. Да, привет. Есть для нас что? Нет, ничего. Просто доложиться Айзеку. Обоим? Да. Никогда не видел столько народу. Что-то назревает. Надо найти Айзека. Сначала давай проведаем мы. Я никого из них не знаю. А ты? Здорово, Эбби. Здорово. Здорово. Эбби, тебе в кои-то веки понадобилась подмога? Ну, один раз. Где ты нарвался на споры? Старым жильем дождь. Еще припомни. Сейчас ты напишешь. Эбби. Подойди-ка. Да? Слышала про вашу стычку. Где напали? Где-то вот здесь. Рядом со складами. Черт. Уже не первый раз такое. Ты не знаешь, где Айзек? Был здесь пару минут назад. Ладно, спасибо. Пойдем искать. Ну, хорошо уже, что обошлось без меня. Отек вокруг колена должен пройти. Ты издеваешься? Нет. Я уже заждался.
Привет. Привет, Уитни. А, привет, Эбби. Как жизнь? Ты в курсе, что тут происходит? Не. Я знаю только, что они отправляют отряд в больницу. За припасами. Обалдеть. Да уж. Хорошая игра? Сложная, но хорошая. И музон тоже клевый. Не буду тебя отвлекать. Увидимся. Сраные видеоигры. Плохо дело, да, док? Видала и похуже. Не шевелись. Как ты умудрилась? Да. Да это шрам меня нашел. Она думала, он мертв, оказалось. Нет. Перевязку хорошо сделали. Ну что, как полегчало? Более утоляющее подействовало, так что, да. Сейчас держись. Как рука? Почти все пальцы останутся при мне. Братишка, трех тебе хватит. Правда ведь? Эй, чувак. Все будет хорошо. Дадите что-нибудь от боли. Морфий. Морфий. Ага, все случилось так быстро. Но могло быть гораздо хуже. Помяни черта. Привет. Как ты тут, детка? Еще несколько швов и буду как новенькая. Ребят, убедите девушку расслабиться. Мел. Расслабься. Слушаюсь. Мне нужна помощь. Пойдемте-ка со мной. Ладно. Сиди здесь. Буду сидеть здесь. Расслабляться. Нора, ты хоть успела передохнуть? Меня отправляют в госпиталь на западной стороне. Приказали взять с собой все. Как, Мел? Серьезно? У плода учащенное сердцебиение, но... Ничего страшного. Надо сказать Оуэну. Он захочет быть рядом. Да. Я покажу вам кое-что. Что? Идемте. Господи. Это все наши? Да. Каждый час привозят новых. Мел, не говори, ладно? Нора. Хотя бы пока. Иди сюда. Кто в том мешке? Вот черт, это Дэнни. Где Оуэн? Не знаю. Несколько дней назад наши обнаружили шрамов у причала. Дэнни и Оуэна послали на зачистку. Сегодня утром охрана нашла Дэнни у границы периметра. Он доковылял сюда с пулей в животе. Чёртовы шрамы их из депута! Айзек успел с ним поговорить, но... Насколько я знаю, больше туда никого не посылали. Ну, а Оуэн? Ты спросила Айзека, что случилось? Я пыталась. Но он так на меня посмотрел и сказал, чтобы я помалкивала. И вы тоже молчите. Оуэн большой мальчик. Уверен, он в порядке. А где Айзек? Я аккуратно. Я слышала, он был в жилых помещениях. Ладно, я посмотрю, как Мэл, а вы
Расскажете, что узнали? Да. Да уж. Почему Айзек не послал поисковый отряд за Оуэном? Может, послал, только не сказал Нори. Ну, надеюсь. Нам нужен Айзек. Он внутри. Проходите. Спасибо. Надо же, кто пожаловал. Здорово. Сыграешь с нами? Не могу. Я к Айзеку. Ишь, деловой. Я не виноват, что я круче вас. Ну-ну. Увидимся. По этому месту я не скучаю. Черт. Ненавижу этот запах. После того, что было утром, я бы устроила им допрос с пристрастием. Понимаю. Привет, Эбби. Нам надо наверх. Айзек там. А. Не знаешь, надолго? Велел позвать, как вы придете. Пошли. Сэр, прибыли Эбби и Мэнни. Давайте ему уснуть. Есть, сэр. Идемте. Мне сказали, вы вязали сбой. С нашей стороны потерь нет. Только раненые. Врагу повезло меньше. Почаще бы так было. Впервые вижу столько бойцов. Завтра будет больше. Еще не все подошли. А что происходит? Мы больше не можем воевать, как сейчас. Тогда как? Можно заключить перемирие. Но опять какой-нибудь урод с их стороны или с нашей стороны все запорит. Нет. Надо убрать их всех. Сэр, мы пробовали атаковать их остров. Но не так. Не все вместе. Через пару дней будет буря. Она послужит нам прикрытием. Вы двое поведете авангард. Подберите бойцов. Подготовьтесь. Я с Оуэном. Когда они с Дэнни вернутся? Кто сказал, Нора? У ребят из Солт-Лейк-Сити друг от друга секретов нет. Оуэн в порядке? Да вроде бы. Тогда почему никого не послали на поиски? Он стрелял в Дэнни, чтобы защитить какого-то шрама. Это чушь. Не понял. Тебя обманули. Этого не может быть. То есть Дэнни потратил последние силы, чтобы соврать мне? Сэр, если люди узнают,
Ему не жить. Как только увидят, пристрелят на месте. Тогда советую об этом не трепаться. Отправь меня. Я его разыщу, и мы разберемся. Но ты сказал, добор еще два... Второй попытки не будет. И это важнее любого из нас. Уж точно важнее Оуэна. Если он объявится, ладно. Я его выслушаю. Разберемся, что к чему. Ты мне нужна, Эбби. Ясно? Да. Ясно. Хорошо. Посмотри карты и собери отряд. Сходи поешь, потом поговорим. Не мог он убить Дэнни из-за какого-то шрама, правда? Что? Нет, Эбби, нет. Я вернусь к утру, придумай какую-нибудь отмазку. Айзек с тебя шкуру сдерет. Не перед штурмом же. Он сам сказал, я нужна. Если Оуэн вообще жив, где ты собираешься его искать? Я знаю где.